Перед началом нового учебного года в актовом зале администрации Красноглинского района прошла 21-я акция «Внимание, первоклассник», сообщают в телеграм-канале. Для первоклашек была организована яркая и веселая развлекательная программа с играми, конкурсами и аниматорами. Заместитель главы города Ирина Шефигулина поздравила ребят с новым жизненным этапом, пожелала успехов и удачи. В подарок от администрации района ребята получили яркие и красочные рюкзаки. В телеграм-канале Департамента опеки напоминают, что на территории Самары действует комендантский час для детей и подростков в 2023 году. В ночное время несовершеннолетним запрещено находиться без сопровождения родителей или опекунов в общественных местах – на улицах, стадионах, в парках, скверах, магазинах, общественном транспорте. Под запретом также бары, рестораны, другие места, где реализуется алкогольная продукция. Ночным временем считаются дни с последнего воскресенья марта и по последнее воскресенье октября с 23 до 6 часов местного времени. И с последнего воскресенья октября по последнее воскресенье марта с 22 до 6 часов. За нарушение комендантского часа несовершеннолетними к ответственности привлекают родителей или законных представителей. В Самаре отметят День российского кино. В телеграм-канале городской администрации «Вести с Дворянской» собрана подборка мест, где в этот день можно насладиться просмотром российских фильмов совершенно бесплатно. По всем вопросам советуют обращаться к организаторам кинопоказов «Кинотеатр художественный» и «Самарская набережная». Кроме того, жителей и гостей города 26 августа ждет «Ночь кино». Все афиши можно посмотреть на страницах телеграм-канала «Вести с Дворянской». В телеграм-канале Октябрьского района жители и гостей города приглашают на праздничную концертную программу «Я люблю тебя, Самара», посвященную Дню города. Это особое событие, которое объединяет жителей Самары и позволяет им отметить и почтить историю, культуру и достижения своего города. Мероприятие будет ярким и запоминающимся, наполненным талантливыми артистами, музыкой и развлечениями. Состоится в сквере имени Фадеева 6 сентября в 17:00.